Охраной агентов пожарные переносными гидравлическими ножницами разрезали замки, которые активисты повесили на дверь главного входа. Затем агенты секретной службы долго светили фонариками через дверь, пытаясь отыскать сторонников Мадуро во мраке. Ведь здание городские власти по команде из Госдепартамента отключили от электричества, а затем перекрыли и воду. Более того, тех, кто пытался передать внутрь еду, полицейские арестовывали. Таким образом, американские власти устроили полную блокаду здания венесуэльского посольства, пытаясь выкурить оттуда тех, кто поддерживает Николаса Мадуро. Я, как и все здесь присутствующие, лишь хочу защитить наше посольство от незаконной оккупации. В итоге полицейские покинули здание, повесив предупреждение, что находящиеся внутри нарушают закон. На ночь дежурить у посольства остались немногочисленные сторонники Гуайдо. Думаете, Гуайдо возьмет власть? Он уже взял власть. Где же? Вот поэтому это все и происходит, потому что он получил власть, он новый президент. Сторонники самозваного президента Гуайдо говорят о своей скорой победе, хотя бы здесь.